Итоги творческого конкурса «Мой учитель» и «Школа – это маленькая жизнь» подвели сегодня. Сотни участников со всего города и лишь несколько десятков победителей. Лучшие видеоролики, презентации и произведения о учителях и любимых наставниках отметили сегодня в торжественной обстановке. На награждении победителей побывала и наша съемочная группа. Четвероклассница Настя Сулейменова стала победительницей. Ученица гимназии номер 1 презентацию о своем учителе готовила несколько месяцев. На помощь в нелегком для школьницы деле пришла мама. Сегодня работу Анастасии оценили на высшем уровне. Я подготовила презентацию про Галину Семеновну, потому что это мой учитель начальных классов. И мне кажется, что он для меня самый лучший. Галина Семеновна – классный руководитель Насти. Именно ей сегодня была посвящена презентация, которая завоевала первое место. Говорит, победа ее воспитанницы – достойный подарок на День Учителя. Я очень благодарна как Насте, так и Наталье Ивановне за то, что они создали такой фильм про меня, где они показали жизнь нашего класса за 3,5 года. Конкурс творческих работ и видеофильмов «Мой учитель и школа – это маленькая жизнь» проводится уже второй год в преддверии профессионального праздника педагогов. В этот раз в конкурсе принимают участие несколько сотен учащихся. Любимым учителям и наставникам они посвящали видеофильмы, презентации, писали эссе и сочиняли стихотворения. Преследовали цель еще как бы выявить наших талантов. Будущее – это будущие поэты, наверняка, это будущие журналисты. Это наверняка будущие кинорежиссеры. Победителей выбирали по нескольким номинациям. Лучшие работы были отмечены дипломами, благодарственными письмами и памятными сувенирами от отдела образования. На будущее у организаторов большие планы. Говорят, что конкурс будет проводиться ежегодно. Дана Марат, Тулиген Рашидов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский.